Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Участника известной российской кавер-группы What A Sub Band Ивана Будаева 14 марта задержали в центре Москвы с наркотиками. Об этом сообщает Пятый канал. По данным канала, у 28-летнего артиста обнаружили 11 свертков с амфетамином общей массой 41,3 грамма. По данным представителей правоохранительных органов, запрещенные вещества у Будаева нашли во время рядового личного досмотра в Мещанском районе столицы. При этом музыкант при задержании выбросил часть свертков на землю, еще три упаковки весом 11,3 грамма. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям приготовления к преступлению и незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств Уголовного кодекса РФ. В качестве меры пресечения было избрано задержание по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Известно, что музыкант ранее не привлекался и не был судим. Он женат, воспитывает двух маленьких детей. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.